воистину воскресе. Thank you.
Воистину воскресе! Больше воды тяну. Воистину воскресе. Воистину воскресе! Воистину воскресе!
Воистину воскресе! Воистину!
Действительно одержал. Одержал не только 2000 лет назад,
воскресу предъезд от гроба, но одержал и сегодня продолжает одерживать эту победу над грехом и всякой нечистотой сердца каждого человека. Если он выбирает путь, стремящийся к Богу, если он стремится следовать своей жизни заповедям Божьим, если он стремится в соответствии не только с человеческим законом, но и в соответствии с законом Божьим, в соответствии с божественной правдой строить свою жизнь, вот тогда человек действительно становится христианином. Не только по факту своего крещения, не только на словах, но только Бог у него в душе, как мы это часто слышим, и это выражение уже приобретает какой-то особый оттенок. Нет, тогда мы становимся подлинно христианами, в которых Бог воплощается, следование Богу воплощается в конкретных делах. Делах, которые Господь благословляет. Делах, которые мы совершаем не только во славу Святой Церкви, не только на благо нашего Отечества, но и на радость всем людям. Я радуюсь, что сегодня этот собор наполнился людьми, и мне посчастливилось произнести первый возглас в этом святом храме. Можно сказать, что до сих пор это сложно поверить, но, слава Богу, это действительно произошло. Я думаю, что в обозримом будущем в этом храме появится и необходимая церковная утварь, и стены храма, иконостас будут украшены святыми иконами. В центральном алтаре, если от Христа появится во благовении роспись, и все мы сможем стать участниками светлого церковного торжества, когда действительно этот собор оживет, когда он будет освящен, и когда каждый сможет прийти сюда и вознести молитву Господу. Не только о себе самом, не только о членах своей семьи, не только о своем доме, о своих родных и близких, но и о Отечестве нашем православном, о крае нашем Приморском, о тех жителях, которые живут рядом с нами, и, конечно же, о тех воинах, которые в зоне военных действий сегодня совершают свой ратный труд. Не будем забывать и о них в своих святых молитвах. Пусть Господь им поможет, пусть Он их сохранит, возрагнет, убережет от пленения, от гибели, от ран защитит. Пусть пасхальная радость и тех людей, которые находятся в зоне специальной военной операции, коснется, дабы не они, отвлекшись от тех многотрудных военных задач, которые стоят перед ними, могли друг друга приветствовать вечно живыми словами «Христос воскрес!». Пусть пасхальная радость, дорогие братья и сестры, которые, я вижу, по вашим лицам наполнила сегодня наши сердца, как можно дольше нас живет, сподвигая нас творить дела, добра, любви, милосердия и тем самым являть свою веру православную, свое христианское упование тем людям, которые еще, может быть, ищут дорогу в храм. Будем молиться, дорогие братья и сестры, о том, чтобы завершилось по благовремени благоукрашение этого соборного храма, и будем ожидать, когда радость наша будет преисполняться в день его великого освящения. Я сердечно благодарю всех вас за ваши святые молитвы. Хотел бы отдельно поблагодарить Олега Николаевича за то, что вы поддержали инициативу завершения в этом году крестного хода в этих церковных стенах. Пусть Господь всем нам помогает во всех наших добрых делах. Пусть хранит всех нас в мире, единстве, согласии. Пусть пасхальная радость помогает нам преодолевать все эти невзгоды, все эти сложности нынешнего непростого, противоречивого времени. Будем помнить, что Господь действительно воскрес, и Его благодать, Его сила, Его слава и власть пребывает со всеми нами. Еще раз сердечно всех вас поздравляю с праздником Святой Пасхи. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес!
Христа Господь. С праздником Святой Пасхи, дорогие отцы, братья и сестры. Спаси Господь.